Аксюбинская полиция отправилась проверять мопедистов с начала года. Из-за них в городе произошло уже 73 аварии. Погиб один человек. Правда, пока малолетним нарушителям наказание не грозит. Поправки, ужесточающие требования, еще не приняли. Инспекторы призывают к совести родителей. Это каким-то образом надо будет остановить. В первую очередь надо начать с родителей. То есть подростков, с родителей подростков, чтобы они, во-первых, не покупали данные транспортные средства. Во-вторых, нужно в законном порядке зарегистрировать. То есть это сейчас у нас законодательство не обеспечено. Но в последующем это законопроект уже вступит в силу, я надеюсь. В МВД уже разработали новые требования для владельцев мопедов и скутеров. Их обяжут регистрировать транспорт и получить водительские права. Но пока правила не вступили в силу, чем малолетние любители мототехники и пользуются. Именно они, по данным полиции, сейчас в основном передвигаются на мопедах и скутерах. Они часто нарушают скоростной режим, ездят без шлемов и двигаются по всем полосам, а не по крайней правой, как им разрешено. Профилактические рейды и беседы результатов пока не дают, это подтверждают и врачи. С 1 мая по 16 июня, получается, обратилось 35 человек с различными видами травм. В основном это травмы нижних конечностей, ушибы, переломы. В неделю обязательно 3-4 обращения.